Привет, мужики! С вами Антонович и оператор наш Дмитрий Анатольевич. Привет, мужики, да. Вот. Мы хотим показать вам интересное явление в жаркий день бабье лето, а именно уход щуки в кувшинке из глубины. Заранее извиняемся за неудачную экспозицию в некоторых эпизодах. Сами понимаете, адреналин зашкаливал, и получились накладочки небольшие. Просто закадровый текст в них очень интересный, и поэтому мы оставили эти кадры. Приятного просмотра вам! И в этом фильме вы сможете увидеть, как она лютовала, бесилась прямо в лилиях. Это было нечто, конечно. Там были особи до 6 килограмм, там такие, конечно, вскидывались, что просто ужас. Да, ну и сейчас он скидывается. Ну да, сейчас будем проходить, я сниму и все это добавим, чтобы это все было видно. Опять сидит в лилиях, блин. Так, к подтверждению нашим словам, да. Будет видео еще. Вот, ребята, мы только что зашли в эту траву, и тут такие щуки выпрыгивают, что просто нереально. Все их искали на ямах. Вот у нас 2 дня мы по ямам ходили. И маленькие, ну, у нас только 2 щучки небольшие. Одна чуть больше, другая чуть меньше. Вот такое, 2 результата. А вот сейчас я хочу вам показать, если сейчас опять она вскинется, какие тут крокодилы плавают. Тут сейчас тишина, да, вообще. О, вон, только вдалеке, да. Видел, ты приблизь, она там не делает. Обалдеть, да, да. Там 5. Там такие крокодилы, просто нереально. Ну, ее не возьмешь, кроме как, ну, попер может, да хотя он тоже будет цеплять, блядь, все. О, он, да, и шум такой вообще, как будто там водолаз плюхается. И те он заметили, видишь, там тоже базарят. Давай попробуем вот там, по той стороне, потроллить. Что на там? Мелко. А там, не знаю, глубины какие. Что там миленькое поставить? Ну, красиво, место здесь обалденное. Ее тут как грязи получается. Ну да, она вся в траве в этой. Ну давай, покажись. Не стесняйся. Да, игла, да. Она вылетает с воды. Так она может просто прыгает, да и все. А вот, хотя белый валом под кувшинками, ты видишь, гуляют они. И в камыше здесь вот тоже плюхается. Ну, то, наверное, все-таки окунь. Хотя, может, и щука. Да, она порасползалась. Вот под этими кувшинами. Ну, вся в траве стоит. В траве, в камышах. Да. И при том непроходной траве, блин. Угу. Вот той гнилой, что стоит, там нифига нет. А тут корни такие в этой травы, что... Ну, попробуй подойти. Что просто, он такие корневища, но... Или по той стороне, ну там тоже вроде... Ну там 2 метра, блин, тоже такая же глубина. Но она в середине, вот в траве прыгает, видишь, если бы она там с краю где-то, вот на краю. Вот, друзья, она тут прыгает и прыгает, как раз в этом месте. Вот закат красивый, да. Если не будем шуметь. Все-таки надеемся, может она попадется. На авось, да, да? На авось. 1,2. Мелко, на люк лёртает туда-сюда, нагоняет его. Ну, фильм хоть без рыбы, блин, ну, как бы там небольшое количество будет щук. Но будет, вот, смотрите, да, вон она плюхнулась. Круги расходятся. Но будет довольно-таки насыщенный, живой, хороший фильм. Сейчас он, круги расходятся. На... Да, вот как раз попал куда надо. А там он, бля, там. Да. Да.
Ты есть? А, нет. Блин. Через тушенки эти долбаные сюда. Так оно и там, в камышах везде слышно, как оно плюхается. Да. А закат красивый. Вот там ты как не карбулькаешь. Лицо хорватское. О, красота, блин, вообще только что буквально, блин, я просто убрал камеру, блин, переводил пока. Ну, красиво, конечно, играет. Давайте сделаем так. Тут только крючки поснимай. И можно ловить. Когда будет проходить, тут раз. Смотри, что делается. Она вылезла, плавник, он прямо наверху. Вот там вот в траве прямо. Я тебе говорю, и плавник такой верхний, хороший, блин. Там. Короче, ее тут полным-полно. Она вся в траве, да. Это же какая-то там 1% прыгает. Да. А те тупо стоят, кормят. Я тебе говорю, плавник. О, вон, выпрыгнула. Прямо, блин, она в полтуловища выпрыгнула. И, по-моему, она попала в кадр как раз. Мила, держи ее такую. Вот мы, видишь, отошли оттуда, и она вся туда погнала. Да, вон. Смотри, уже на этом плавает. Да, на поверхности. Ну там я тебе говорю, там плавник прямо, блин, я увидел четко. Вот он наверху плывет, да? Пошла выходить из травы, он смотри. Так она сейчас у ямы пойдет. Блин. Ну надо тогда до самого позднего вечера ловить. Давайте да. Подождем, потому мы все равно не ждем горючее. А вот он, видишь, уже... Вон, прямо вот там, смотри. Прямо на 12 часов, вот как от меня. И трава шевелится. Ага. А вот сейчас она новую свечку сделает, сейчас понаблюдай. Она там вся. Вон, видишь, трава шевелится. Да. О, да, вон, да, видишь, да, клюв, да, показала. Да. Только тут дальше еще, а то ближе чуть-чуть. Ну, там, сюда. Где мы тогда стояли там. Да, вот она все там. Сейчас она сиганет там опять вверх, свечу понятно, даст. Понятно, что мы там ездим, блин. А ее тут ничем не взять. Да. Ого. Ну разве что поставить вокруг. Ух, свечу сделала, блин, и попала в кадр, блин. Обалдеть, я тебе говорю. Ты чуть-чуть приблизил, да, Дим? Ну, я не приближал ничего. Ну, оно и так должно видно быть. Четко, потому что тут хорошо, да. Солнце-то может... Да солнца нет, я смотрю, что хорошо показывает. Вон трава шевелится трава. Где? Вон, прямо вот там, вот где она только что прыгнула. Она прыгнула там, куда я бросил. Нет, вот я показываю туда, вот так, на 12 ровно. Ну там, где раньше прыгала, далеко. Да, только уже здесь, поближе. Так а тут он шевелится, все, смотри. Они ходят, тут ее, блин, как грязь. Ну тут можно просто тупо на месте стоять, и она сама подойдет. Вот, смотри, трава. Вот трава шевелится. Она подходит, а вот прямо 5 или 6 метров от нас. Вон трава дальше вот там шевелится, вон. Ее тут столько, блядь, стоит, что просто пиздец. Сейчас она прыгнет опять вон оттуда. Вот. Вон трава. Да, там ход. О, он видел, какая красота выпрыгнула. Да. Тут двушка, блин, законная, блядь. Прокладил, дай бог. Вот тут что-то выпрыгнуло, там 5 это бабки. Побольше, да. Там лапочка. Ох, красиво, сука. Это щука или это толстолоб? Ой, простите, друзья, за матюки. Но я надеюсь, попало, потому что я ж почему и говорю, что, блин, аж заматюкался. Попало оно в кадр или нет. А вон и на открытом гуляет уже. Да там же трава какой-нибудь. Трава? Может, давайте троллить. Вон, что ты тянешь, ага. Вот тут они. Может, сейчас и угодить, да. Вон, в камыше, блин, в траве, блин, прыганул. Ой, блин, красиво, конечно, да, что там говорить. И выпрыгивает просто, блин. Вы видели и под водой, когда шли, и да. Тут сейчас, над водой. Зачетно, блин, и такие колбасы. Это называется, поймали в области, облизались. Да. По самые уши, вот да? Вот там она и прыгала, да.
Опа, вон еще раз. Ну это так, да. Тёпнулось. Да, да, да. Вот если бы садила, блин, ё-моё, тут были это кадры. Это я раз именно целый день, чтобы садила. Я да. Целый, ну, раз да. Один целый день. О, пока. Вон трава опять вот эту, ближайшую. Вон, смотри, как ходором ходит. Это просто нечто, блин. Да не ладит. Если бы она всадила, то она была и бы и там столько ладит, ну, что да. Она все шевелит, да? Так реально эти лилии все, блин, ходуном. О, вон он, смотри, ходуном ходит. Вот так вот, если прямо вот так вот смотреть. Вот, это короче. Тогда брошь? Ну, отсюда нет, наверное. Вон, вон, прямо, та ж бог знает где, далеко, знает, да. Сейчас я попробую туда. Да, вот там вот тоже ничего. Вот там, он шевелится тоже. Ага. Рядом где-то кинул, чуть в сторонке. Наверное, реакцию производит. Или пикает, или сюда идет. А вон, вон, смотри. Прямо вот здесь вот кувшинка, блин, метров 10 от нас, короче, зашевелилась. Да, ну, блин, напичкана. Значит, там. Не знаю, чем она напичкана. Блин, сколько же ее-то. Тут сейчас, если б нырнуть, так вообще там ее, наверное... Щука ли это? Вот я начал сомневаться. Выпало. Вообще не щука. Это, что вы привели вот это, я именно смотрел в ту сторону. Именно харя, щучья. Да не, ну то стопудов щука, ну, ты что? Не, там... вот там, да, далеко, тут, когда мы оттуда смотрели, морда острая, все видно. А вот когда сюда, ну напротив, наверное, прыгала. Так это там стопудов щука, да. Ну ладно, пойдемте, наверное. Хватит любоваться. Пройдемся тролля. Да, попробуй. Может она в яме сейчас отдувается. Вон, смотри, видишь, пыли? Да. О, ух, ух, блин, кадр. Ё-моё, попало или а нет? А обалдеть. Моторчиком по траве да. Пройти. А потом пройти. А потом пройдем, да. Ну, давайте. Туда, а потом назад. Встанем. Друзья, мы уже начинаем колдовать. Не знаем, что у нас сейчас с этого получится. А сейчас попробуем его шугануть с травы. А потом попробуем по ямкам параллельно рядом с этой травой пройти. Посмотрите, он трава вся шевелится. Хотя, скорее всего, садится в другую траву. Трава вся шевелится, она вся ходуном ходит. Он вообще просто. Ох, самолет еще этот. А вот еще, друзья, опять он прилетел. Карсон. Вот тоже человек. Купил. Ой, а там плюхается. Ё-моё. Блин, ну просто смотрите, это нереально. Вон круги расходятся. Купил себе этот самолет. Аэроплан и летает. Щук выискивает. Купила баба порося. Да. Блин, вот в одном месте просто, блин, он плюхается и плюхается. И просто я уже не знаю, что снимать. Либо эту сенсацию, либо там. Ну хорошо, аэроплан мы посмотрели. Переключаемся. Теперь... Подожди, Толян, Толян, только ж не это, не рви. Все, ну он туда улетел, да. А тут сейчас мы щуку шуганем. Под этим краем, вот под этим краем. Я посмотрю, Орел. Так, чтобы она туда ушла, понимаешь? Вот. Ну, чтобы отпыли упасть тогда. О, вон, шевелится, он побежал, да. Да, ее тут немерено. Смотрите, вода шевелится. Вон, там мы ее сейчас порубаем. Так оно прямо кипит, блин, да. Да, так а тут впереди, смотри, то же самое. Шевеление, да? Да, шевелится все подряд, блин, да. Если бы еще прыгануло бы, о. Вон пошла, пошла, блин, да. А закат какой, блин, вообще красота, просто. Обалдеть. Полюбовались, да? Ну да, да. Это красиво, конечно, прям.
смотри, какой закат, вообще да, обалдеть. Просто, блин, он золото, блин, там. Там у канавки и лазит, но просто тупо не берет. Красота какая, вообще закат обалденный. Не, ну ну вот, друзья, да, мы попугали щуку, а сейчас попробуем потроллить. Может, что-то и получится с этого, да. Ну, по крайней мере, ну, в камыше. Ну, посмотрим. Ну да, из камыша она вся разбежалась. Это, ну, из лилии, блин, что я камыш, да. Из лилии она ушла. Пока не ляпает. Да, она же перестала ляпать, да. Если начнет ляпать, значит она просто крутулась и назад пошла, да? Угу. Ну да. Сейчас на глазах спрячется солнце уже. Чуточка осталась. А он плюхает опять, там слышно. Ляпает, как вот, блин, веслами кто-то. Угу. Вон он, ну блин, ну красиво, красиво. Там что-то бушует хорошее на том крыле там. Да и тут крупные прыгали. Да есть она там везде. Но если плыли, все шевелилось, блин. Лилии все ходуном. Прям за холм там солнце садится. Все, смотрю, да, Дима. Солнце село. С вами был Антонович и наш оператор Дмитрий Анатольевич. Всем пока. Пока.